Я не потерплю предательства, тиран. Сегодня у тебя появился опасный враг. У тебя тоже. Неужели? Потрясающая самоуверенность. Пошел вон. Нова, Талдарины отступают, но Дэвис своего добилась. Теперь будет сложнее убедить людей, что пришельцы не угроза. Именно поэтому защитники атаковали протасов. Дэвис неважно, сколько гражданских погибнет. Ради власти она пойдет на все. В точности, как мой отец. Она ответит за свои преступления. Найдите ее. Остальное пусть решает суд. Суд? По-моему, мы это уже проходили. Есть лишь один способ. Нет. Я обещал народу, что Дэвис предстанет перед судом. Нова, приведите ее живой. Есть, император. Нова, у нас есть четкий приказ. Потеряли сигнал корабля «Дэвис» несколько часов назад. Но с доков «Цероса» пришел сигнал бедствия. Судно «Доминиона» ведет огонь по своим же кораблям. Это она. Живо двигаем туда. Цероса – стратегический объект Доминиона. Сюда отправляют на ремонт поврежденные крейсеры класса Гаргона. Их координаты засекречены, но не для Дэвис. А генштаб защитников все еще на ее стороне. Что же она задумала? Похоже, она перебралась на Ксанф. Это экспериментальный боевой корабль с внушительным штурмовым арсеналом. Она хочет добить наш флот. Без его поддержки Валериану не удержать власть. Как мне обезвредить этот Ксанф? Он оснащен прототипной броней, которая отражает прямые атаки. Но если сосредоточить огонь и повредить орудие, Дэвис придется отступить. Во время ремонта Ксанф будет уязвим, но он почти наверняка отступит на охраняемые позиции. Прорви оборону, атакуй беззащитный корабль, и у нас появится шанс. Да уж. Как всегда, все в моих руках. Ну что ж, всем доброго времени суток. С вами, как всегда, Резерзир. И мы продолжаем проходить миссию с Новой. Последнюю, как я понимаю, и заключительную. И давайте посмотрим, что же нам скажет Кейт Локвелл. В результате затяжной битвы силы Доминиона разгромили флот протасов на Вардоне. Утверждают, что многие защитники человечества сражались на стороне Доминиона. Возможно, они вернулись на сторону Валериана. Генералу Дэвис, однако, удалось скрыться. Доминион обещает награду за любую информацию о ее местонахождении. Так, ну давайте посмотрим, что же у нас здесь, собственно, есть. По сути, ничего не изменилось. Все то же самое, по той причине, что я не захватил на прошлой миссии кое-что важное, поэтому... В общем, ладно. У меня нет никаких улучшений, которые я мог бы надеть. Темные небеса можно было получить. Я не знаю, что это, к сожалению, я вам это не смогу показать. Но я думаю, что главное будет пройти эту миссию теми силами, которые у меня есть. В данном случае это будет опять-таки меч, опять-таки гранаты, опять-таки костюм полной маскировки и вот это вот позволяет брать противника под контроль, потому что ну, у меня здесь есть два варианта. Либо раскрыть местоположение, либо взять под контроль. И я, честно говоря, даже не знаю, стоит ли мне раскрывать местоположение. В принципе, все равно враги все... Хотя...
Я не думаю, что я кого-то буду брать под контроль. В прошлой миссии не врал, в этой тоже не буду, так что поехали. Давайте попробуем. Ксанф находится здесь снова. Адмирал Хорнер расположил свои войска рядом с крейсерами. Да, и я думаю, нам стоит продолжать прослушку переговоров защитников. Готовьтесь к бою! Лучше мы умрем за Арктура, чем станем служить его убийце. Так, ну, умирать за Арктура — это, конечно, то еще интересное дело, но да ладно. А, давайте посмотрим, что у нас там с новой можно сделать. Что можно сделать с новой? Поняла. 350 хпшек, стойничек. Маловат, на самом деле. Энергии. Генерал, здесь это... Ну, призрак, которая сбежала. Ну, конечно. Ничего, разберемся. Так, призрак, которая сбежала, так предлагаю, это про нас. И на самом деле я уже пробовал несколько раз пройти эту миссию на эксперте. Это было очень весело, честно говоря, поэтому... Выполняю. Смотрите, все было весело, все было круто. Положись на меня. Делай, как я говорю. Объект уничтожен. СМ готов. Выдвигаюсь. Так. Поняла. Знаете, мне нужно желательно есть уходить. Сразу. Ура! А что-нибудь полезное? В идеале. В нашем случае, наверное, это будет Фигляфа. Жду подтверждения. Так. Окейшки. Есть, короче, как я понял, два способа, как разбираться с этим монстром, который на нас будет нападать, которого вы скоро увидите. А первый способ очень простой. Это тупо замасить Голиафов. И он довольно неплохо работает, я вам скажу. И есть второй способ. Второй способ чуть-чуть сложнее, но тоже довольно-таки сильно рабочий. А можно эту странную дурынду... Большую странную дурынду крутить, вертеть, как хочешь. В принципе. Вижу на радаре Ксанф. Он движется к Гаргоне. Готовься к перехвату. Он оснащен огнеметом и бронебойной электромагнитной пушкой. Я могу попробовать это продемонстрировать. Надеюсь, мне это получится. Если я успею, конечно, убить при условии. Это по мне! В пути! Да как же крутить, вертеть? Заходим за спину. И веселимся с этой мразью. Ну а танки сделают все остальное. Кстати, никак мы его, по идее, использовать. Ну, на дэшку мы не сможем его использовать. Обидненько немножко. Я обо всем позабочусь. Главное не подходить, видите, напрямую к нему. Тогда мы не попадем под его атаки. Уже в пути. Недостаточно энергии. Еще он, по-моему, не... А нет, можно ему прострелить жопу его. Выполняю. Оп. Тут не стреляешь. Поняла. А, ну да, ей же требуется время некоторое. На ента действо. Долго это, конечно, будет. Но зато у нас ядерка установилась, так что... Плюсы свои тоже есть. Так, давайте. Попробуем не дать ему уничтожить никого. Отступаем в ток. Вернемся с новыми силами. Теперь Ксанф уязвим, Нова. Но тебе придется прорываться к нему с боем. Надеюсь, мне это выйдет. Что мне надо сделать? Так это построить пару этих, кстати говоря. Я не помню, на какую кнопку идет быстрое сохранение. А оно не идет, например, да? Я помню, что быстрое сохранение, в принципе, там было. Ну, давайте эндшпиль, пусть будет один. Окей. Давайте построим. Здесь до сих пор строится Голиафа. Голиаф на связи. Нова, Гиперион на связи. Мы готовимся атаковать позиции защитников вокруг Ксанфа. Здорово. Я приведу вам подмогу. За дело? Точняк. Что стряслось? Так. Почему ты не строишь мне второй? Потому что мне хватает ресурсов, да? Голиаф
на связи. Ясно, понятно. Поняла. Положись на меня! Танки на случай какой-либо атаки я оставлю. На связи. Я обо всем позабочусь. Больше нам не выдержать. Отступаем. Что-то как-то они быстро его вынесли, честно говоря. Этот мега ультра крутой Голиаф. Какова ситуация? Так. Выкладывай. Требуется помощь. Нужна инженерка. Есть. Буди. И сейчас будем пробовать выносить его. Будет недостаточно сложновато. ЗСМ готов. Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. Хорошо. Так. ЗСМ готов. Оу. Повтори. У меня тут весело готов. Оказывается. Пристройка завершена. Дэвис ведет Ксан в Каргоне Доминиона. Дэвис разблокировал отсек с новейшими истребителями. Так. Ну, меньшая часть умерла у меня. Так что, в принципе, все в этом плане хорошо. Так, что мне здесь надо? Клев на связи. Здесь нельзя строить. Как-то все плохо, друзья мои. Уже в пути. Лев на связи. Недостаточно энергии. Как-то все очень-очень-очень плохо. Эй. Уже в пути. Ликвидирую цель. В атаку. Поняла. Так, понимаю, это вот эта гадость. Открываю огонь. О-о-о, только не новую, не новую, не новую. Черт. Они уничтожили одну из наших горгон. Приближаюсь к цели. Выдвигаюсь. Так, ну, теперь я хотя бы более-менее смогу его. Ближе к делу. Ликвидирую цель. Положись на меня. Уже в пути. Клев на связи. Поняла. Ближе к делу. Так, ну то, что он уничтожил одну из моих горгон, это прям хреновенько, но... Отступаем. Вроде нам как пока нормально. Ладно. Недостаточно виспена. Так, на всякий случай сохраним эндшпиль 2. На связи. А? Чего? А? Кого подлатать? Что стряслось? И пробуем клепать дальше. Клепаем дальше. Сколько можем. Недостаточно виспена. Ядерная ракета готова. Ядерка готова, говорите, да? Понял. СМ готов. Клев на связи. Нова на связи. Так. Слышу, а дальше что? Отличная. Ага. Слышу тебя хорошо. О. Нова, я готов. Ясно, дать очередную атаку на Ксан. Присоединяйся, если я хочешь. Я понял, куда ты пойдешь дальше. Ближе к делу. Какова ситуация? Сейчас присоединимся к тебе. Недостаточно виспена. Даже, наверное, пойдем чуть Положись быстрее тебя. Клев на связи. Выдвигаюсь. Сказательное опережение небольшое. Ну, малость самая, давай. Жду подтверждения. Уже в пути. Уху-ху. Даю вам. Не, ну не так быстро, ребят, ну чё вы там сразу-то, а?
Чего вы сразу его убиваете, засранцы такие? Клев на связи. Слышимость отличная. Жду подтверждения. Выполняю. Повтори. Да, со спиной у меня, конечно, траблы те еще. Положись на меня. Клев на связи. Ядерный арсенал к бою готов, генерал. Хорошо. Атакуйте на свое усмотрение. Так, повтори. И где это будет? Выполняю. Враг тест... Гипериону нужно время на восстановление. Нова, продолжай пока без нас. Я так полагаю, что он будет где-то рядом со мной. Слышу тебя хорошо. Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Рюша на меня сейчас нападает? Обнаружен запуск ядерной ракеты. Слышу тебя. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Даже ачивмент. Готовится выйти на огневую заработали позицию, какой-то. Повтори. Ладно. Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Веспена, конечно, те еще траблы. Выполняю. Какова ситуация? Недостаточно энергии. Так, а вот теперь можно и повеселиться. Выполняю. Ближе к делу. Изи вин. Назад! Системы вооружения вот так. Ладно. Потеряли мы, к сожалению, одного. Какова ситуация? С вами друга. На связи. Ничего страшного. Так, что у нас здесь по атаке? Надо прокачивать макс атаку и прокачивать уже. Недостаточно Веспена. Так, я так понимаю, что сейчас он в центр пойдет. Давайте, кстати, сохранимся, потому что эндшпиль 3 будет у нас. Я сказал 3, а он 4. Жду подтверждения. Давайте. Слышимость отличная. Нова, мы выдвигаемся в сторону Ксанфа. Надеюсь, скоро увидимся. Выдвигаемся в сторону Ксанфа. Я так понимаю, вы сюда, да? Ну, давайте к вам присоединимся. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Положись на меня. Выдвигаюсь. Клев на связи. Недостаточно Веспена. Слышимость отличная. До генерала! Делай, как я говорю. Объект уничтожен. Ядерная ракета готова. Так, мне готова ядерка, это хорошо. Слышу тебя хорошо. Осталось придумать, куда бы ее сейчас пустить. Слышимость отличная. Положись на меня. Клев на связи. Выдвигаюсь. Воу-воу-воу. Там мне не понравилось, что было. Я обо всем позабочусь. Так, возвращаемся на базу. Связи. Недостаточно Веспена. Вывести Ксанф на огневую позицию и уничтожить Горгону. Так, насколько я помню, мы где-то здесь будем воевать. Выполняю. Так. Кто-нибудь найдите Свона. Надо подлатать корабль. Подтверждение. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Клев на связи. Времени в обрез. Атакуем Горгону. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Вот это мелкая срань. Завершено. Жду подтверждения. Поняла. Перестройка завершена.
Выполняю. Ух! Приглашение завершено. Тихо, малыш. Клев на связи. Выдвигаюсь. Клев. Недостаточно энергии. Тихо. Я во всем. Уже в пути. Недостаточно энергии. Клев на связи. А теперь его можно покрутить, повертеть. Немножечко, так сказать. Уже в пути. Недостаточно энергии. Замечательно. Мы получили серьезный урон. Отступаем. Давайте тоже сохранимся на всякий случай. Какова ситуация? Так, здесь все добывают, Замечательно. Все замечательно. Так, я думаю, еще надо будет подстроить. Что тут? Что тут у нас есть такого полезного? Так, вы, ребята, кстати, идите туда. Тоже, в принципе, иди. Сюда же потом. Слышу тебя хорошо. Месторождение генералов выработано. Говорит адмирал Хорнер. Мой корабль возвращается на передовую. О, вон-то где будешь. Какова ситуация? Видимо, следующий будет вот этот как раз вход. Месторождение минералов выработано. Поняла. Единственное, что я не в курсе, это куда он пойдет после всего этого дела. Повтори. Поняла. Улучшение завершено. Выдвигаюсь. Недостаточно Веспена. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Ясно, понятно. Все как обычно на моих ребят. Сейчас бомбанет. Мы теряем позиции. Поняла. Месторождение минералов выработано. Выдвигаем. Корабль в критическом состоянии. Мы отступаем. Вот по танке я не очень вижу смысл идти. Уже в пути. Слышу тебя хорошо. Клев на связи. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Требуется помощь. Это на кого это вы там наткнулись? Требуется помощь. Ликвидирую цель. Слышимость отличная. Так. Какова ситуация? Еще раз повторюсь, насколько я понял, он сейчас пойдет на центр. Здесь у нас кто, что, чего. Месторождение минералов выработано. Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. С минералами как-то все хреновенько на самом деле. А с Веспеном, конечно, проблем поболее. Недостаточно Веспена. Поняла. Клев на связи. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Вижу на радаре Ксанф. Он движется к Гаргоне. Готовься к перехвату. Ядерная ракета готова. Выполняю. Жду подтверждения. Выдвигаюсь. Клев на связи. Ну, готово. Шикос. Надо отступить. Шикарненько. Давайте сохраняемся. Сохранить. 6, там, неважно. Я где-то находить ресурсы. И мне интересно, куда он пойдет дальше, потому что... Я обо всем позабочусь. Клев на связи. В принципе, я не проходил дальше, по сути. Клев на связи. Вроде их даже хилят мои ребята. Пусть их будет хилить больше народу. Так. Недостаточно Веспена. Гиперион на связи.
мы готовы продолжать бой. Угу. Слышу тебя хорошо. Давайте, давайте. Даже у Ноу примерно ПП-шка восстановилась. И у нас получается фактически фул. Недостаточно Виспена. Фул Голиафа. Жду подтверждения. Уже в пути. Какова ситуация? Положись на меня. Поняла. Ликвид. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Голиаф на связи. Положись на меня. Выдвигаюсь. Голиаф на связи. Поняла. Слышишь, отличная. Я обо всем позабочусь. Начинаю штурм. В атаку. О-хо-хо. Так, уничтожаем танки. Слышимость отличная. Ликвидирую цель. Я обо всем позабочусь. А, вот, кстати, и минералы. Уже в пути. Ну что, сюда, в принципе, можно даже переместиться будет. Слышимость отличная. Клеров на связи. Выдвигаюсь. А, так. Я обо всем позабочусь. Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Повтори. Требуется помощь. Ближе. Кто-нибудь найдите спон. Надо подлатать корабль. Делай, как я говорю. Отлично. Поняла. Жду подтверждения. Недостаточно Виспена. Времени о, в обрез. Вон он куда пойдет. Атакуем Горгону. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Улучшение завершено. Нова на связи. Уже в пути. Ну, посмотрим. Месторождение меня недостаточно Виспена. Я обо всем позабочусь. Клеров на связи. В изи он вообще выносится. Системы вооружения повреждены. Пора отступить. Я так полагаю, что сейчас будет проноситься вот этот участок. Жду подтверждения. Ну, насколько я могу судить, конечно. Недостаточно. Так, Виспена. Недостаточно Виспена. Давайте всех вот этих рабочих перебросим вот сюда. Есть работенка. Какова ситуация? Выполняю. А? Клеров на связи. Будет сделано. Угу. Выкладывай. Нова, мы выдвигаемся в сторону Ксанфа. Надеюсь, скоро я увидим. Я тоже на это надеюсь, честно говоря. Клеров на связи. Недостаточно вести. Так, ну что, попробуем как-то туда пройти, наверное. Ай, давайте сохранимся, как всегда, да. Что же я? Ну, к примеру, пофиг. Какова ситуация? Я обо всем позабочусь. Выполняю. Мистер? Ну вот ты мрёшь, потому что ты бесполезна. Пути! Точно! Недостаточно Виспена. Кого подлатать? Куда стрелять? Недостаточно минералов. Режим готов. Полный ход. Клеров на связи. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Режим готов. Выдвигаюсь. Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее.
Время работает против нас. Я обо всем позабочусь. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты меня тут уже идут. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Делай, как я говорю. Объект уничтожен. Больше ждать нельзя. Начинайте следующую атаку. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиона. Месторождение минералов выработано. Наши КСМ... Так, сохранить на всякий случай. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Требуется помощь. Точно! Говори громче! Полный ход! База атакована. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Им не собралось! База атакована. Я на позиции! Какова ситуация? Месторождение? Надо отступить. Возобновим атаку позже. Да где ты, мразь? Выполняю. А, вот ты где, скотина. Всю жизнь мне попортил, а. Есть? А? Чего пугать? Недостаточно минералов выработано. Выдвигаюсь. Что стряслось? Виспеновый гейзер и сеть. Нова, я готовлю очередную атаку на Ксанф. Присоединяйся, если хочешь. Лучше попробую. КСМ готов. Ой, блин. Недостаточно минералов. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. КСМ готов. Недостаточно минералов. Положись на меня. Повтори. Какова ситуация? Уже в пути. Слышу тебя хорошо. Выполняю. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Недостаточно минералов. Глеф на связи. Выкладывай. Есть работа. Глеф на связи. Виспеновый гейзер иссяк. Ближе к делу. Ну не напрямую же, ребят, вы чё? Эй! Жду подтверждения. Я обо всем позабочусь. Защищайте Ксан! Наши КСМ атакованы. Выполняю. Какова ситуация? Недостаточно минералов. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Нова на связи. Уже в пути. Гипериону нужно время. Следующую на восстановление. Гаргону нужно атаковать как можно продолжай скорее. Продолжай пока без нас. Время работает против нас. Слышу тебя хорошо. Выполняю. Поняла. Где эти мрази-то? Клев на связи. Уже в пути. Больше ждать нельзя. Начинайте следующую атаку. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиона. Слышимость отличная. Недостаточно минералов. Поняла. Я обо надеюсь, всем убью. Лев на связи. Выполняю. Нет. Тихо. Замечен. Нет. Я обо всем позабочусь. Что стряслось? Требуется помощь. А, вот это сейчас было больно.
Ксанфу нужен ремонт. Поняла. Недостаточно минералов. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Уф. А? Так. Есть? Повтори. Клеров на связи. Ну, откуда ты будешь нападать? Давай, показывай мне, друже. Говорит адмирал Хорнер. Мой корабль возвращается на передовую. Окейшки. Недостаточно минералов. Слышу тебя хорошо. Поняла. Какова ситуация? Поняла. Так. Упс. Обнаружен. Иногда бывает. Положись на меня. Наши КСМ атакованы. Я обо всем позабочусь. Клеров на связи. Вот вообще не в тему, блин, переключения вот эти вот, честно говоря. Помощь. Слышимость отличная. Клеров на связи. Требуется помощь. Недостаточно вестевы. Итак, ты пробилась к моей базе. Ты хороший солдат, Нова. Ну и я тоже. Нова, Ксанф трансформируется. Я не знаю, что будет дальше. Тебе придется разбираться по ходу дела. Я обо всем позабочусь. Поняла. Требуется помощь. Клеров на связи. Положись на меня. Все резервы сюда. Призрак не отступится. Мне нужно больше бойцов. Если проиграем, потеряем Доминион. Кто-нибудь, найдите Слона. Надо подлатать корабль. Требуется помощь. Слышимость отличная. Присно билет. Я обо всем. Наши КСМ атакованы. Требуется помощь. Месторождение минералов выработано. Поняла. Начинаю штуку. Все ко мне! Мы пожертвовали слишком многим, чтобы проиграть. Дарю вам мирный атом. Уже в пути. Наши КСМ атакованы. Отличная. Покатили! Ну нет, ну! Ну мразь, ну чуть-чуть осталось-то. Недостаточно виспена. Месторождение минералов выработано. Наши КСМ атакованы. Месторождение минералов выработано. Вот это будет сейчас весело, если я ее угандошу. Все-таки. Но почему-то я думаю, что ни хрена. Ну да, она меня убьет быстрее, мразь. На меня. База атакована. На вперед! Делаю! База атакована. Пристройка. База атакована. Выдвигаюсь. Снова на связи. Повтори. База атакована. Какова ситуация? Бегу, марш! Слышимость отличная. Брось за роги! Положись на меня. Интересно, получится ли у меня? Давай, удиви меня! Думаю, что нифига, но мало ли. Замечен враг. Поняла. Кому навешать? Жду подтверждения.
Ну, это будет весело, если я таким говном ее смогу убить. Там, в принципе, хп немножко осталось. Интересно, она летать может через все вот это вот говно? Недостаточно минералов. Ну, это последние мои марики. Нова на связи. Она отхилилась, мразь. Выполняю. Отследуют за мной. Поняла. В атаку. Ей! Я это сделал! Все кончено. Сканеры показывают множество раненых на борту, но Дэвис еще жива. В эфире только шум. Она не выходила на связь с момента крушения. Отправь мне последние координаты. Я найду ее. Конечно. Выполняю. О, миссия за Нову. Новембер Терра. Я знала твою семью, когда ты была еще ребенком. В то время мы все были на одной стороне. Прошлое не имеет значения. Дэвис уже рядом. Похоже, она одна. Отлично. Я заплачу за свои ошибки. И я знаю, зачем ты здесь. Ты считаешь, что поступаешь правильно. Но если ты сделаешь то, что задумала, значит, ты ничем не лучше меня. Подумай, пока не поздно. Я все сказала. Хм. Ну я что ж. Делу. Катись к черту. Нова, что ты наделала? Я так понимаю, есть два типа этой концовки. Мы либо ее щадим, либо нет. Я выбрал плохой вариант. Я знаю, что ты здесь, Нова. Сегодня ты нарушила приказ Императора. Но я помню его еще кронпринцем. Тогда Валериана интересовали только инопланетные артефакты. Я вступил в его фонд Мёбиуса. Хотел поразить всех своими изобретениями. И погубил карьеру. Эта команда — все, что у меня, у нас осталось. К чему ты клонишь, Райгель? Мы верим только тебе, Нова. И пойдем за тобой куда угодно. У Доминиона всегда будут проблемы. И мы будем решать их по-своему. Сюжет дня – недавняя попытка государственного переворота. Волнения в Доминионе утихли, когда император Валериан вернул контроль над правительством и обнародовал доказательства вины защитников человечества. Опросы показали, что большинство граждан считают ликвидацию такой опасной преступницы, как генерал Дэвис, абсолютно оправданной. Что нам делать с Новой? Ничего. Пока ничего.
Что ж, дорогие друзья, всем тиранам, протосам и зергам приключение удалось на славу. StarCraft для нас непростая, но любимая работа. Мы черпаем силы и вдохновение в вашей поддержке. А благодарим вас за то, что вы были с нами в этом незабываемом приключении. Удачи и приятной игры, увидимся на поле боя. Команда разработчиков StarCraft 2. Вот такие вот дела, мои друзья. Собственно, это конец новый. Более, по идее, мы здесь ничего не увидим с вами. Но надеюсь, вам понравилось. Мне, в принципе, понравилось. Более подробное свое мнение, возможно, выскажу чуть позже. Ну а на сегодня, собственно, все. Вот такие вот дела, так сказать. Ладненько, я попробую, кстати, сейчас пройти второй вариант. Если он будет, то вы его прямо вот сейчас увидите. Если его не будет, ну, значит, вы его не увидите. Вот такие вот дела. Ну что ж, дорогие друзья, я попробовал ее не убить, и знаете, что я могу сказать? Разработчики не дают нам выбора, и это единственный вариант. А я уж понадеялся на то, что у нас есть возможность выбрать, убивать или не убивать, но видите, нет. Ладно, на этом теперь точно все, всем спасибо и пока!